Продюсер отметил, что выход первого сборника песен Ольги Серябкиной – это только начало ее большого сольного пути. Максим Фадеев поздравил Ольгу Серябкину, бывшую солистку группы «Серебро», с выходом первого сольного альбома. В своем микроблоге продюсер написал, что гордится своей подопечной. Фадеев отметил, что не сомневался в успешном результате Серябкиной, потому что видел, как много усилий она вкладывала в свою работу. «Ты трудилась, вкладывала душу в свои песни. Ольга, горжусь и восхищаюсь», — написал он. Он также отметил, что всегда ставит Серябкину в пример молодым певцам, потому что она настоящий трудоголик. «Я знаю, что это только начало. Слушайте альбом «Касатка в небе», слушайте его сердцем», — заключил Фадеев. Напомним, свою первую песню Серябкина представила 2 месяца назад. Тогда она призналась, что написала ее в автомобиле, потому что только там может отключиться от внешнего мира.